История храброй принцессы Анны и простого парня Кристофа, отправившихся в опасное путешествие, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны, Эльзу, подарила интересную сюжетную зарисовку для брестских талантов. Актеры вместе с мастерами кулинарии создали настоящую сказку, в которой пришедшие на праздник малыши смогли стать не только зрителями, но и непосредственными героями. Новый год – это праздник не только для взрослых. Новый год – это праздник для всех детей. И сегодня Снежная королева, Эльза и Анна отправлялись в путешествие в волшебный замок Эльзы вместе с ребятами. Мы играли, веселились. Кроме того, что ребята помогли Снежной королеве и Анне вернуть Эльзу, они смастерили собственного настоящего сладкого снеговика. Каждый участник шоу подарил ему уникальный образ и дополнил самыми разными кондитерскими аксессуарами и элементами сахарного декора. Хотелось праздника, хотелось волшебства какого-то, хотелось создать с детьми своего живого снеговика. И, конечно же, Новый год отметить. То есть, чтобы дети поверили в праздник, чтобы дети поверили в волшебство. И в преддверии премьеры «Холодное сердце 2». Конечно, какой праздник без главного виновника торжества – Деда Мороза, который не только пел песни, танцевал, водил хороводы и веселился с ребятами. Каждый гость получил от новогоднего и рождественского волшебника сладкий сувенир и заряд хорошего настроения до следующего Нового года.